Пережди. Простудишься? Я же говорил тебе, простудишься. И просто вода в нос попала. Ставлю тебе диагноз. Диагноз. Легкая простуда на сыром ветерке. Лечение не строгое. Не больничное. Ура! Домашнее лечение. Посидеть денек дома. Ага, как же посидеть? Полежать. Денек. Недельку другую. Теперь и отдохнуть можно. Полная свобода. Хочешь, спи. А не хочешь, не спи. Читай! И чё-то такое у нас в роще не валяется. О, нравится мне. О. Ух ты! А вот нравится мне иногда поболеть. Я сам, конечно, ни разу не болел, но столько слышал об этом. Что хочешь, то и делаешь. Капризничать даже разрешается. А близкие родичи, ну те, кто близко живут, и дальние родственники, кто живет подальше, тут же все сбегаются. И ну, все твои желания исполняют. Улыбаются, главное, во всем соглашаются с тобой. И говорят так тихо, так ласково. А главное, все они к тебе приходят с гостинцами. Лежи и ешь вкусненькое. Хотя, честно говоря, родственников-то у меня никаких нет. Но зато у меня друзья есть. Друзья верные и надежные. А еще пока ты болен, командовать можешь всеми, кто тебя любит. Поди туда, приди сюда, подай то, убери вот это. Вот это-то и называется счастье. Одна морковка? Почему так мало? Вечером две доставлю. Три. А лучше четыре. Четыре. Не потяну. Крепко в земле сидят. Слушай, заяц, а откуда ты знаешь, что я болен? Да все уже знают. Да? Ну тогда хоть... А... а это кто? Дядя. Мой. Похоже. Так, значит, тогда посуду помой, паутину смахни, нору подмети. И еще что-нибудь сделай. Что я позабыл? Давай, сам придумай. Яла! Яла!
А почему это они не очищенные? Вы их разгрызайте. Разгрызайте. А ядрышки мне оставляйте. Мой месячный запас. А говорят, у больных аппетита нет. Да если бы у меня аппетит был, вы бы так легко не отделались. Ух ты! И где же ты так долго шлялся, мой самый близкий друг? На дальнее поле через рощу ходил, так боялся. Надорваться боялся. Я в следующий раз больше принесу. Ты только побыстрее выздоравливай. Ну вот, только что заболел, а уже все торопят. Ну все, спать мешайте. Свободные. Что это у тебя? Пусто. Небось, маслята? Белые. А грибной супчик где? Не простой, а супер суп. Будет тебе супер суп. То-то. Эх, век бы, блять. Ну, легкой простудой, конечно. Эх. Съешь за ежика, а сейчас за нашего зайчика, а теперь за меня, суслика. Нет, ты сначала подуй, и ты подуй, и ты. Ну вот, это другое дело. Молодая картошечка. Ты подыши над ней, от простуды. Очень помогает. Я ему подышать велел, а он всю картошку слопал. Значит, на поправку идет. Нет, нет, нет. Я заболел всерьез и надолго. А где же... десерт. Врачу сбегайте. За малиной. За лечебной малиной. Мне потеть полезно. Погрубней выбирай. Да послаще. Он что, все еще дурака валяет? Значит, три раза. Не забудьте только слегка. Первый — сок подорожника. Второй — одуванчика. А третий — малиновый сок. И будет как новенький. Поскольку болезнь затянулась, то остается только одно. Уколы! Что? Доктор про сок говорил? Держите его крепче! О, одноразовая! По назначению доктора Дятла! Ты чего? Я же еще не уколол! По назначению доктора Дятла! И... раз! Здоров! Хорошо! А теперь... закрепим успех соком одуванчика. И два! Давно здоров. Отлично. Ну, а теперь десерт с малиновым соком. И... Стоп! Что?
Выздоровел. Три! Ну, вот и чудненько. Это тебе на память. Ребят, ну чё вы меня здорового-то держите, а? Поболеть, понимаешь, не дают. Всего три укола, и больной здоровенький! Ну вот, так всю жизнь и проживешь здоровым. Нет гулять, не играть, не читать и даже никакого торта, никаких конфет. Не купаться в реке, не лежать на пляже, ничего не надо, если друга нет. Ярко светит солнце, и земля согрета, бабочки летают, все цветет вокруг. Я пою об этом, потому что лето, потому что...